Всем привет! Вы на канале Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Музыкальный критик Сергей Соседов жестко высказался об эмигрировавших из России артистах. Он считает, что такие люди не могут быть героями. Герои те, кто здесь, кто остался, кто трудится на благо страны. Люди – это те, которые помогают нуждающимся, а не те, которые бегут, отметил Соседов. Критик призвал предать анафеме пятую колонну, а не идеализировать ее. 24 февраля российские вооруженные силы начали спецоперацию в Украине. Из России уехали актриса Чулпан Хаматова, продюсер Александр Роднянский, певцы Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич и многие другие. С вами был канал Ананас Ленд. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.